Так, и винтики. Итак, комплект поставки следующий получается с самотужком, с пилотом. Версия у меня без импеллера. Сразу установлены шасси передние и задние с ретрактами. Версия более самая свежая. Версию я заказывал без импеллера. Импеллер был куплен отдельно. Все сервы уже установлены. При сборке клей абсолютно не нужен. Все собирается на винтиках, на саморезах. Так, сейчас начну я его собирать. Поехали. Так, для начала получается нужно подключить крыло этому. Это, да? Да. Подключаю серву. Соединяется она жестко. И я думаю, не было никакого смысла ее как-то фиксировать. Разомкнуться, ну, просто невозможно. Так, есть винтики более длинные, а есть винтики более короткие. Инструкция подсказывает, что более короткими винтиками крепятся, более короткими саморезами крепятся крылья, более длинными крепятся задние стабилизаторы. Готово. Я крыло закрепил. Теперь вставляю карбоновый пруток. Стоило это сделать до. Да, наверное, это нужно сделать до. Все, круток вставился. Так, подключаю сначала серву. Чтобы полярность не была перепутана. Готово. Консоли крыльев закреплены. Дальше буду крепить задние, как они, элевоны, или их называют по-другому тейлероны. Крепятся длинными саморезками. И второй тейлерон также крепим. Все готово. Оба тейлерона закреплены, переворачиваем, и можно крепить хвостовые стабилизаторы. Так, тут проблема, у меня улетел сервопроводок, надо его достать. Все, вставил один киль, наверное, сразу вставлю второй киль, переверну. И буду сразу оба прикручивать. Все, хорошо. Вода заправил. Теперь переворачиваю аккуратненько. Хорошо. Готово. Самолет собран. Но нет. Нет. Конечно же, не собран. Покажу, что внутри. Крышка фиксируется такой защелочкой, что прям супер. Она не улетит в полете никуда. В отличие от магнитов, крепеж прекрасный. Понимается. Так. Значит, выведены все
проводочки. Так, что тут есть? Тут есть вот такая вот картон, фанерная площадочка, которую сейчас отнесу. Да. Провода я все перетряхну. Так, рудер. Да, рудер соединен, запараллелен с сервой, которая управляет рулевым колесом. Наверное, и пускай будет запараллельно. Может быть, и по отдельности это соединю. Не знаю, пока разъединю, чтобы не мешалось. И получается, соединены между собой все ретракты. Это я оставлю. Так, что хорошо. Идет два отдельных провода от элеронов. А это значит, что при необходимости я смогу разделить их и настроить их как флапероны. Сначала я, конечно же, этого делать не буду. Сначала облетаю так, как есть. А потом попробую экспериментировать. Также видно, что идет два провода от серв на управление рулями и направлениями. Что также позволяет их настроить в перспективе, как воздушный тормоз в таком положении. Покажу потом. Но опять же, делать я пока этого не буду. Я не знаю, сколько это актуально. Также идет два провода от серв на стейлеронов. Что также плюс, поскольку есть возможность также разделить это дело и настроить их как элевоны. Но опять же, поначалу их настрою как элеватор. И только потом уже буду экспериментировать. Так, перевернул его, теперь можно заняться тягами стейлеронов. Шарнирчики имеются. А, это запасной шарнирчик. Упс, ладно. Понятно. О, прикольно, даже запасные имеются. То есть вот две тяги с шарнирами и один запасной. Лайк. Так, с этой стороны вставлю, чтобы более ровно она шла. Чпок, готово. И также с внешней стороны. Сразу говорю, что центровать сервы буду потом. Сейчас пока что просто, чтобы плоскости не болтались. И аналогично, две тяги есть для элеронов и одна запасная. Тоже прям лайк. Ребята, аж две запасных штучки вот этих вот. Не знаю, как называется, я нубас вообще в самолетах. Не знаю, как называются эти штучки. Если вы знаете, оставьте это в комментариях к этому видео. Спасибо. Ладно, фиксировать все равно сильно не надо. Еще буду подгонять. И последняя тяга. Так, ставлю тоже с внешней стороны, чтобы везде все было одинаково. С какой проблемкой я столкнулся? Даже не с проблемкой, а с неприятностью. Дело в том, что оригинальные вот эти вот качалки имеют толщину вот этой вот оси 1,2 или 1,3 мм. А отверстие в кабанчике примерно 1,5 мм у двух нижних и 2 мм у верхнего отверстия. По инструкции предполагается тягу элерона вставлять во вторые отверстия с краю. Здесь и здесь. С качалкой серой все тип-топ. Тяга там сидит плотно и не люфтит. Но вот оригинальная тяга, точнее оригинальный вот этот наконечник, он довольно-таки прилично люфтит. У меня остались после апгрейда от бинарика вот эти вот наконечники. И они имеют 1,5-миллиметровый как раз тут штифтик. И поменяв этот наконечник, я получил, что элерон сидит очень плотно и не люфтит практически. Там люфт остался только внутри серва. Вот, поэтому по-хорошему вот эти вот все наконечники под замену, потому что они люфтят. Аналогично я поступил и со вторым элероном. С элеронами, либо элевонами, или рулями высоты, такой проблемы нет. Люфтов там нет. Проблема только с элеронами и
с оперением киля. Ну-ка, интересно, что за сервы там стоят? Нет, интересно. Потому что там синие сервы с Алиэкспресса за 50 рублей. Да. Какие-то ноунейм черные сервы. Прикольно, что там закладные такие специальные, то есть она не вклеена, ничего. Ее можно легко достать, заменить. Прикольно. Мне нравится. В общем, производителя серв я так и не узнал. Но надеюсь, что сервы хорошие. Классно, что в отличие от там остальных дельфинов и прочих самолетов, сервы меняются вот просто так вот. Открутил, поменял ее, закрутил. Без вклеивания, выклеивания и вот прочих этих телодвижений. Это, конечно, прям классно. Так, ну и в завершение, пожалуй, открою окошко импеллера и вставлю сам импеллер туда. В качестве двигателя я решил использовать не оригинальный, а 70-мм импеллер фирмы FMS, который поставляется сразу с моторчиком с InRunner 3060 1900 кВ, который рассчитан на 6S. В качестве регулятора Racer Star 80-амперный. В качестве датчика тока собираюсь использовать вот такой вот Allegro сенсор. Рассчитан, по-моему, на 100 или 120 ампер. Так, сейчас установлю пример, как это все дело будет выглядеть. Поскольку импеллер не оригинальный, пришлось маленько расширить отверстие под импеллер, поскольку этот не влазил. И также расширить отверстие под провода, вот здесь. Ну, аналогично на крышечке, которая закрывается, отсек с импеллером, также пришлось сделать дополнительную выборку, чтобы импеллер можно было установить. Сейчас попробую поставить, как вообще это дело будет выглядеть. Регулятор находится во впускном тракте, как видно, да? Видно? Так, то есть вот он, регулятор находится во впускном тракте, будет неплохо обдуваться потоком воздуха, что я думаю, ему здесь будет довольно-таки комфортно. Готово, прикрутил импеллер, фанерку штатными винтиками. И теперь, наверное, закрою эту крышечку, чтобы ничего не потерять. И можно будет дальше собирать. А, сейчас еще нужно будет уложить проводок сигнальный от регулятора. Пока регулятор не буду никак крепить, потому что еще будет подгонка, подводка. Пока что кину его так. Потом, возможно, еще дополнительный этот самый радиатор с ребрышками приклею на него, чтобы лучше охлаждался. Ну и, конечно же, не могу удержаться, не проверить работу мотора, импеллера и регулятора. Подключил через сервотестер батарейку 4S, поскольку 6S у меня пока батарейки нету. И импеллер работает. Крутится он не в ту сторону, к сожалению. Всасывает воздух, нужно будет в программе BioHelios реверснуть его, потому что перебавить неохота провода. Но в целом главное, что все работает. Крутит, вращается. Это прекрасно. Ну и настроить нужно будет BioHelios, чтобы не работало торможение. Мне кажется, на импеллере это ни к чему абсолютно. Так, сейчас еще проверю работу сервоприводов. Так, проверить нужно работу всех поверхностей, чтобы убедиться, что все сервы исправны. Проверяю с помощью сервотестера. Элероны. Тоже работают. Прекрасно. Хорошо. Так, блок питания тут нет. Не хватает, видимо, тока линейному стабилизатору поднять ретракт, особенно если они... Вот такие вот ретракты, колесики.
конечно, кривоватые, видно биение, но вращаются довольно-таки легко, относительно мягкие. Люфтов сильных нету, пружинки есть, работают. Жестковатые, мне кажется. Переднее колесо вот на такой шарнирной стойке. Колеблется. На сайте Тингиверс я видел дополнительный упор, чтобы когда колесо опускается, оно дополнительно фиксировалось этим упором. Я думаю, распечатаю и сделаю, потому что такая вот болтанка, мне кажется, не очень хорошо. В остальном ретракты работают. На этом первый день сборки этого самолета подходит к концу. Если видео было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии к этому видео, вопросы, пожелания, советы и так далее. Я буду рад выслушать все ваши советы. До новых встреч, пока-пока!